Скажи, а вот сегодня какое уже число? Конец октября? Порос-1 считается увлекательным автомобилем, что позволяет игрокам кулакать на неудобную форму. Также сопровождаются подробным интересным рассказом из порсовода. Это привлекается и организаторов маршрутовых анализов. Качество номер 1. Игроков порос ожидает причала в нижнем точке. Это на фотографии. Да, отправить опять нужно. Уважаемые жители города Пороса, переносит вновь на платформе Порос-1, это замечательная морская прогулка, от русского берега до кулакского гнездов «Порос». Работа сопровождается интересным подробным рассказом от курсовода, и это приобретается органы организаторов массовых прогулок на набережной. Участие номер 1. Станция находится внизу часовни. Еще 5 минут до отправления. Не переживайте, администратор здесь. Вот здесь. 700 рублей. Сейчас вас. Экскурсанты с билетами на теплоход «Порос», проходите на посадку. Теплоход ожидает у причала номер 8. Желающие совершить морскую прогулку, отдохнуть, подышать свежим морским воздухом, послушать рассказ экскурсовода, билеты приобретаются у организаторов морских прогулок на набережной и в кассе номер 1. Теплоход «Форос» ожидает у причала номер 8. Экскурсанты с билетами на теплоход «Порос-1», проходите на посадку. Теплоход ожидает у причала номер 8. Потому что она просто как бы вот все. Мам, тебе не жарко? Я в шоке. На морскую прогулку к знаменитому замку «Ласточки» на Гнездове Поросскому курорту ваш теплоход посадку производит с причала номер 8. Поторопитесь, на посадку осталось 5 минут до отправления теплохода. Билеты в кассе номер 1. Такса находится ближе к часовне. Прогулка прямо сейчас за отправление замок «Ласточки» на Гнездове. Быстро, быстро, быстро. Что это? Ой, мы потом зайдем, да?